пойдете на митинг не ради меня, ради себя, ради своих матерей, ради своих родственников. Пенсионеры, вы пойдете за внуков, за правнуков. Сегодня наши внуки даже не уважают нас, потому что маленькие дети сегодняшние хотят видеть богатых бабушек. Понимаете? А у нас мы как чмоны, черти в кого нас превратили. Но мы, казахстанцы, Казахстан в свое время всех принимал, годы репрессий. Казахи добрейшие нации. Мы делились, у нас двери не закрывались. Понимаете, мы эшелонами принимали, репрессировали всех, кавказцы, украинцы, белорусы, русские. Мы с ними делили последних лет. Поэтому у меня маленьким я прошла Карлак, Совлак, Нурлак. Сегодня Казахстан превращен в большой Нурлак. Не надо бояться, не надо бояться. Вы все уже давно арестованы. Вы сегодня живете в условиях Нурлака. То нельзя, это нельзя, говорить нельзя, критиковать нельзя. На митинги не идите, уже знаете, они обосрались. Они уже по телевизору, по радио говорят, ну не ходите, поймаем. Да уже нас они давно поймали. Уже не за что сказать. Вы поняли? Посмотрите, сколько страха в глазах. Что, во что превратили мой народ? А мы ведь достойны. Молодежь, не забывайте, за вашу жизнь во Второй мировой более 50 миллионов погибли. Они ничего не боялись. Шли на амбразуру. А кто у нас у власти? Политбюро ЦК Компартии Казахстана, которые присягали партии, которые должны были все сделать для народа. Они сделали только ближайшие, родственников, себе. Хапают и хапают. Они бессовестные. Они вас не считают за людей, за народ. Приходите завтра ради себя, ради своих пожилых родителей. Оян Козымдаш, оян казах, көтер басты. Ендігі жата берген жарам асты. Жер кетті, дүн ашарлап, қал қарам бол. Соншыма неге сені қара басты. Я жду вас завтра. Я участвую во всех митингах. Посмотрите, я энергичная, ничего не боюсь. Да, я пожилая. Мне, например, терять нечего, но я даже к Аллаху не могу идти. У меня уже по дороге Аллах скажет, ты что примчалась в рай? Как ты оставил свою землю? Как ты оставил молодежь? Как ты оставил этих пенсионеров своих? Будьте сильными, не бойтесь. Оян Казахстан, оян Казах, отаншин, держи.